группа куклы Крю продолжает покорять эстраду, и мы уже в клубе Сохо. Нам будут вручать награду сегодня, такая премия, и девчонки будут сегодня выступать и петь целые две песни. Одной из них будет премьера. Ребята, вы уже что-нибудь слышали о куклах Крю? Конечно, Миша, конечно, мы слышали, я же подписан на тебя, поэтому все слышал о группе. А я не только слышал, но еще и видел. Отличный клип, кстати, мне понравился. Да, посвященный 1 сентября вообще в школе. Миша, на самом деле. Да, это крутая работа, мне понравилось. Мы будем петь песню «Пижама Пати», танцевать. И также «Мегаполис Вселенной». Да. Это сегодня наша премьера, песня «Мегаполис Вселенной». Да. И я думаю, мы вообще готовы на 100%. И мы готовы всех удивить. А еще у нас очень крутой танец, крутой номер на эти две песни. Думаю, это будет просто бомба. Привет, Сохо! Давайте знакомиться! Меня зовут Полина. А я Милана. А я Анюта. А вместе мы куклы Крю! Поднимайте руки вверх, нам вечерами хватит, мы устроим привет. У нас пижама пати, поднимите руки вверх, нам вечерами хватит, мы устроим привет. Подарочные сертификаты на обучение в нашей модельной школе. Будет много чего интересного, фотосессия, обучение. Приходите к нам в гости. Ура! Ура! Спасибо! Продолжаем вручать. Держите, у вас рук хватит для того, чтобы все это забрать. Если что, мы потом вызовем такси, вам все доставят обязательно. Куклы Крю, друзья, будущее нашего шоу-бизнеса. Куклы Крю и группа «Фабрика» вместе. Я знаю, что группа «Фабрика» — это очень крутая группа, и я очень рада, что я с вами встретилась наконец-то вживую. Я видела группу «Фабрику», папу, Мишу Клюбичкова, и я смотрела даже в Ютубе. Я всегда мечтала встретиться с этой замечательной группой, и наконец-то это произошло. Нужно много работать, много репетировать, много танцевать, выступать всегда. И на самом деле я слежу за вами, девчонки. Я знаю, что вы недавно выпустили клип. Обязательно поддерживать свое здоровье и ходить к психологу. Oh no.